Так, это Горно-Алтайск, вот такие замечательные виды. В гости заехал ненадолго, правда, да, но у нас замечательная Мария, которая удивительные результаты показывает. Сразу же после начала работы решил небольшое интервью взять. Мария, скажи в двух словах вообще о себе, где до этого работала? Я по образованию бухгалтер, экономист. Работала я в Почте России, а остальное все были частные компании. Так, ну и когда ты пришла в это же? Я пришла 26 июня. Июня? Да. Значит, что с тех пор стало происходить? Много чего. Начиная от... У меня теперь очень большое количество знакомых, людей, которые хотят со мной общаться. Вот у меня клиентка, она уже приобрела у меня, допустим, 4 участка, и еще хочет приобретать, работать со мной. Угу. Так, сколько ты, получается, задатков сделала в первый месяц работы? 5. В том числе 4 с одной клиенкой или нет? 3. 3 с одной клиенкой, и 2, еще завтра у тебя что-то... Ипотека, да, тоже. То есть 6 получается? Там, там будет двойная комиссия. Двойная, продавец и мой покупатель. Ожидала не такого результата? Нет, честно, нет. Да? Нет. Ну, я так понимаю, у тебя, соответственно, и доход сейчас увеличивается. Да. Значительно. Да. Что с деньгами будешь делать? Пока, на данный момент я решаю свои финансовые проблемы. А, вот так вот, да? Да, и мы недавно построили дом, и как бы немного там брали в ипотеку. Слушай, самая большая сложность, вот я уверен, много новичков, которые сейчас думают, сомневаются, идти, не идти. Вообще, как ты решилась? Давай, рассказывай нам прямо. Я решилась изначально. Во-первых, у меня тоже 3 детей. Я долго сидела в декрете. Да ты че? Да. Я решила, что я буду работать риэлтором, менеджером по недвижимости, либо это будет тур. Ну, менеджером в туризме. То есть вот у тебя варианты, да? Да, у меня было, да, потому что я хотела дикое общение. Когда я с утра пришла, я даже говорила, я пришла не за денег, а за идею. Uh-huh. Очень нравится, здесь и юридически получаешь какие-то знания, общение с людьми, ну и также доход, высокий доход. Uh-huh. Слушай, расскажи, вот первые, когда с клиентами просмотры были, как страшно, не страшно вообще? Ты же, если говоришь, экономистом была, это же абсолютно новая компетенция. Сидишь там, знаешь, там что-то печатаешь, а тут бац, вот живой клиент, вот с ним надо общаться. Ну, было, во-первых, такие смешанные чувства, и страх был, и за объект, да. Ну, я как стараюсь сначала изучить объект сама, чтобы уже иметь о нем информацию, вот так. Ну, было очень страшно, что говорить вообще, на что сначала. И у меня было, что я и туда чуть-чуть, и сюда чуть-чуть, но потом уже вошла в баланс. Слушай, вот скажи, в Горно-Алтайске достаточно высокие цены. Я посмотрел, 140-150 тысяч за квадрат. Как-то это влияет на работу? То есть, причем они на последние где-то года 2 выросли, так вот, ну вот я посмотрел. Ну, как вообще, вот, когда клиенты покупают психологически, вроде город всего 70 тысяч населения, да, и цены такие? Ну, мое мнение, что я не скажу, что влияет. Если человеку надо, ну, влияет, да, но если человеку надо приобрести, он все равно приобретет. Слушай, а как вот компания способствовала? У тебя же наверняка наставник сильный был, менеджер, да? Ну, он у меня еще есть. Есть. Ну, я имею в виду, кто ты сейчас уже так это. Вот что она делала такого, или ты вот сама талантливая? Нет, то, что ты сама талантливая, это 50-50. Во-первых, я у всех все спрашиваю, не только у наставника, я ко всем подхожу, и менеджерам других команд. Не стесняешься, да? Не стесняюсь я всех, а тут что, а тут как, а тут... Да, я вообще всех спрашиваю, все подряд. Слушай, ну ладно, так, пожелания всем риэлторам сети и кто смотрит видео. Самое главное – это уверенность, да, в себе, пробовать себя в новых каких-то проектах, в новых знаниях, начинаниях и стремиться к высокому доходу. Ну все, Мария, молодец, давай. Слушай, я уверен, что твои успехи не случайны, потому что, знаешь, энергетику почувствовал. Угу. Вот мы когда тут общались уже, я тут уже там небольшую так... Мы пообщались, да, со всем коллективом. Вот, мне вообще все понравилось, Горно-Алтайске замечательный вообще тут настрой, видно, что, я думаю, дальше больше будет. Ну, а с таким видом из окна, да, тут я не знаю. Тут, хочешь, не хочешь, тут результаты пойдут, что называется. Так что всем большой Согласна. Привет. Согласна. Спасибо. Всем привет.